Здравствуйте, это канал Максимат. Здесь сегодня я хочу вам представить специальный выпуск, в котором я расскажу и покажу вам, как вообще проходит съемочный процесс канала Максимат. Как я снимаю видео, какими программами я пользуюсь, как проходит съемочный процесс. Короче, все, что происходит за кадром. Поехали! Вот это вот моя квартира, здесь моя комната, где как раз таки и снимаются все видео, которые, ну, собственно, именно про компьютерные игры, там какие-то обзоры. Ну, обзоры на телефон я сейчас заснимаю за этим столом. Короче, вот, собственно, мой компьютер, на котором я, собственно, снимаю все игры и, собственно, игровые видео. Какие-то другие видео, которые не про компьютерные игры, а где-то там на улице что-то другое, я снимаю тоже с телефона. Ну а сейчас перейдем вообще, как происходит съемочный процесс. Во-первых, вы все прекрасно видели, что на вебке у меня сзади, позади фон такой, типа студия. Конечно же, для этих целей используется вот этот вот хромакей. Хромакей самодельный. Он сделан из вешалки для всяких курток. И сюда вот так вот нацеплена вот эта вот ткань за 400 рублей. Огромный такой кусок ткани. Короче, двигаю я эту штуку вот сюда. Пойду сюда. Сюда иди. Для записи видео я неоднократно упоминал, что использую Bandicam программу. Собственно говоря, вот она. Первым делом я, естественно, настраиваю веб-камеру. Веб-камера находится вот здесь. Ее название Anker. Название этой веб-камеры. Естественно, здесь я как бы выбираю угол, под которым идет съемка этого видео. И двигаю хромакей так, чтобы он четко попадал в весь вот это вот место. Дальше я включаю вот эту вот лампу, которая будет давать освещение. Я ее включаю через телефон, потому что это Яндекс.Лампа. У нее, правда, такой вот, не знаю, как назвать, короче, основа была прозрачная, но она разбилась, осталась вот такая вот лампа. Короче, включаю белый цвет в основном, выставляю на примерно 60% и выбираю именно белый цвет. Вот, собственно, камеру мы настроили. Теперь переходим в настройки микрофона. О, почему-то тут 8% стоит, хотя должно быть 100. И, собственно говоря, микрофон мой находится здесь. Я его ставлю так, чтобы он передо мной нормально стоял. Немножко опускаюсь вниз, чтобы я полностью попадал в кадр. Ну и, собственно, по вот этой шкале я проверяю работоспособность микрофона всегда. Да, я прям так вот всегда и делаю. Да, так у нас включается и выключается микрофон. К сожалению, вот эта вот подсветка, которая разными цветами горит, она горит также и зеленым цветом, как и хромакей. А отключить подсветку нельзя, разве что только вместе с микрофоном. Поэтому пришлось налепить вот такую вот фигню с резиночкой и вот так вот ее использовать. Не очень красиво, но что сделаешь. Не должна подсветка попадать в кадр. Затем я, собственно, нажимаю рек, выбираю место, которое будет захватывать бандикам. Можно с помощью этой кнопки полный экран сразу вести. Ну и, собственно, запускаем какую-нибудь игру. Ну, допустим, это будет Angry Birds Friends. Вот эта вот игра, которую я уже, кстати, делал обзор. Некоторые игры работают слишком громко, и меня становится тихо слышно. Поэтому приходится открывать микшер громкости и понижать громкость прямо здесь. Так как в настройках игр не всегда бывают настройки громкости. Ну, а дальше я... Что на них включается? Во, все нормально. Ну, а теперь, собственно, надо остается нажать вот эту кнопку. Раз, два, три. Ну или F12. Если вот эта штука не появляется у меня перед лицом.
Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это, короче говоря, тестовое видео по Angry Birds Friends, которое я, собственно, сейчас делаю обзор, провожу съемочный процесс. Собственно, вот здесь я сюда прикладываю фон и так далее, собственно. Ну и вот, собственно. На сегодня все, с вас Икос подписался, с меня пишите видос, подписывайтесь на мой влоговый канал, Спайдер.ру, ВКонтакте, в Дзен, и всем пока. После этого я нажимаю выключить запись, и вот здесь, собственно, появляется уже сохраненная запись, и вот эта вот веб-камера отдельно у нас накладывается. Собственно, следующий этап — это монтаж видео. Для этого я использую программу Movavi Video Editor. Версия у меня бизнес 15. Собственно, программа загружается. И, собственно, дальше принцип создания видео довольно прост. Добавляю файлы. Чтобы интро наложить, мне надо какой-нибудь вот такое вот пустое изображение наложить сюда. Затем я уже добавляю, собственно говоря, файлы видео. Вот, пожалуйста, я беру записи видео и записи с веб-камеры. Собственно, перетаскиваем веб-камеру вот сюда примерно. Она не четко может попадать. Ну да. Ну давайте проверим. Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это, короче говоря, тестовое видео по Angry Birds Friends. Короче говоря, попали. Далее мы обрезаем моменты, где я еще пока не говорю. Чтобы настроить фон веб-камеры, нужно отражение горизонтально сделать. Во-первых, это когда веб-камера должна находиться вправо. Далее я немножко регулирую вот это вот захват изображения, чтобы кусочек стола не попадал в кадр. А затем я непосредственно беру изображение, которое я накладываю, собственно, в веб-камеру. Вот тут несколько вариантов изображений. Собственно, я беру вот этот. Собственно, перетаскиваю. Как только прогружается, перетаскиваю его куда-то вправо. И перетаскиваю туда уже саму веб-камеру. Запись веб-камеры, если быть точнее. Потом накладываю уже хромакей. Вот в этом меню делается он так. Выбираем, какой цвет удалить. И здесь регулируем уже допуск. Допуск, края и непрозрачность. Да, конечно, здесь в данный момент получилось не очень четко, потому что сейчас на улице ночь, а съемки обычно проходят в светлое время суток, когда освещение более нормальное. Просто оператор пришел в позднее время, поэтому приходится показывать так. Но в любом случае, растягиваем вот это изображение на все видео. И еще я вставляю рамку. Начиная с этого года я накладываю еще и рамку, которую я, собственно, вот сюда вот. Вот так вот прикладываю, чтобы какие-то места, которые не попадают в эту картинку, четко. Вот так вот ставим. Собственно говоря, теперь надо интро наложить. Интро у меня находится в папке. Все у меня в папке «Файлы видео». «Файлы видео». Вот здесь все находятся. Почти что все файлы, которые я использую для записи, для редактирования видео, собственно, тут и видео по рекламе, и старые заставки, и фрагменты тех заставок, по которым я делал. Ну и вот, собственно, вот эту заставку я беру, накладываю. Вот это фоновое изображение я сюда накладывал специально, чтобы добавить эффект исчезания, чтобы картинка вот так плавно исчезала. Далее громкость на 30% ставлю, потому что интро оно громче, чем само видео, а громкость видео, наоборот, повышаю до 180%, и в итоге получается вот так.
Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это, короче говоря, тестовое видео по ингредиентам. Если в каком-то моменте мне нужно укороченную заставку вставить, то я, собственно, вот здесь делаю разделение. Далее вот тут вставляю видео по рекламе, и там дальше рекламу. Ну или, если без рекламы, то просто укороченную заставку сюда вставляю. Вот, собственно, она. Также я снижаю до 30% громкость. И, собственно говоря, вот как это работает. Прикладываю пост. И так далее. Ну, собственно говоря, для того, чтобы наложить конечные титры и аутро, так называемые, я сначала ищу концовку, вот, накладываю ее вот так. Появление и исчезание, одну секунду, также до 30% снижаю громкость и накладываю титры. Вот, собственно, вот так вот. Его немножко подтягиваю. Далее нажимаю хромакей и, собственно, вот так вот удаляю. Это было сделано для того, чтобы вот эта вот полоска одна не растягивалась на весь экран. Потому что если только вот это вот место только взять, оно не будет так хорошо отображаться, поэтому пришлось зеленый фон сделать и удалить его через хромакей. Ну и также на это место накладываю появление и исчезание, чтобы оно плавно появлялось и исчезало. Ну и, собственно, работает оно вот так. Всем пока. Ну и, собственно, вот так вот делаются самые основные принципы видеосъемки. Вообще, хромакей, он, поскольку зеленый, цвет моей одежды не должен совпадать с этим цветом. Но иногда в нем плохо еще может отображаться вот этот голубенький цвет. И там еще некоторые цвета. Поэтому иногда для съемки я надеваю что-нибудь потемнее. Например, сверху вот эту вот кофту надеваю. Вы неоднократно видели ее в моих видео. Вот, собственно, пожалуйста. Надеваю вот эту кофту и снимаю видео. Обычно я также, поскольку я обычно веду съемки все это время суток, мне приходится закрывать шторы, чтобы излишний свет не попадал в комнату и не пересвечивал. Но лампу все равно приходится включать, потому что темно, но света с улицы как бы хватает. Еще сейчас конкретно на вебке плохо отразился еще вот этот свет с комнаты. Ну а так все съемки проходят обычное светлое время суток. И чаще всего я провожу съемки где-то 15 или 16 часов. Иногда бывает раньше, иногда позже. Все зависит еще от времени года, потому что когда-то вот летом ночь становится позже, а потом наоборот раньше. Так что вот такие вот происходят дела. Ну и, соответственно, дальше что я делаю? Я убираю, собственно, все элементы для съемки. По правде говоря, я их убираю еще, когда монтировать сажусь в видео. Ну и, собственно, открываю. В нынешнее время не обойтись без программы Goodbye ADP, или как она там называется. Дальше открываю, собственно, YouTube. И, собственно, загружаю на YouTube видео. Добавить видео, собственно говоря. Вот, открывается творческая студия. Здесь я нажимаю выбрать файлы, там выбираю видео готовое. Все видео, которые я сделал, они лежат в папке готовое видео. Вот тут некоторые аудиофайлы, правда, для них для себя нужны. Вот здесь сплошное однообразие, про Виллу и про Эзебада до сих пор есть. Про Москву видео, про трех панд, про Майнкрафт муви и, короче, так далее. Их регулярно приходится удалять, чтобы освобождать место на компьютере. Но сейчас с Ютубом, однако, есть проблемы. Видео загружаются по очень долгому времени, и мне зачастую приходится делать съемку в один день, а выкладывать видео на следующий, а иногда даже еще позже. Учитывая, с какой скоростью все делается, видео еще само видео монтируется, обрабатывается в редакторе тоже довольно долгое время. За один день сделать все не успеваешь вообще никаким образом.
Поэтому, собственно говоря, вот так вот проходят съемки. Съемки я стараюсь делать, конечно же, в свободное время. И когда меня не отвлекают никакие дела, и, конечно же, когда я нахожусь дома. Вот здесь вот стоит, кстати говоря, вот этот красный мат. Использовался для фона вебки, для старых видео он использовался, когда еще хромакея не было. Здесь вот висела на булавках черно-белая фотография. Вот, и собственно я раньше вот этот мат подставлял сюда вместо хромакея. Поскольку у него нету никаких колесиков или там ножек, приходилось прикладывать стул, чтобы он не падал, естественно. По правде говоря, когда были еще вот такие видео с этим фоном, у меня был другой стол, и он стоял вот так вот к окну. И, собственно говоря, мне приходилось, конечно же, ставить его уже к другому, соответственно, столу и к другому. Здесь вот уже вот такой вот стол, и поэтому я сейчас показываю, как конкретно сейчас у меня идут съемки. Собственно говоря, я вам показал все самое основное. Я надеюсь, вам это было интересно. Если вы хотите еще подобных видео, то пишите в комментарии, предлагайте идеи, посмотрим. Я думаю, такая рубрика имеет право на жизнь. Спасибо большое за просмотр. С вас и господ Песосы. С меня эпичные видосы, сделанные по такому же принципу, как я вам показывал. Подписывайтесь на мой влоговый канал, на котором все видео практически делаются вообще без монтажа. Просто на телефон что-то снял и выложил. И вступайте в группу ВКонтакте. Ну и на всякий случай, учитывая нынешние обстоятельства, подписывайтесь на канал Зейн. Ну и всем пока.